Всем привет, ребят. Ну что, решил разобраться с акцией, попробовал закинуть, и в итоге нифига не получил, судя по всему. В конце то тут возможность забрать, я назвал за эпичное ее «Пукни в шарик», новая акция. Видите, надо зажечь все шарики, только тогда вы сможете забрать эту награду, если задонить. В общем, вот так вот. То есть изначально мы выбираем награды себе, то есть каждый день разные награды. Единственное, что у меня здесь не открывается, я показывал награды на АИСе. В принципе, можем сейчас еще раз забежать. Я уже разобрался. Даже донат в первый день вас, по сути, не спасет. Так, заходим в правила. Не знаю, будет на русском, не будет. Ну вот, сундуки. Сундуки замок, молот гоблина. То есть это у нас было, это первая награда, вы ее выбираете. То есть вам дают рандом на одну, а вторая уже за донат. Ну и уже начиная там с какого дня препарат роста. Молот гоблина, ящик Валентины. Скиталец, дуэлянт. Уже на шестой день. Да, вот начиная с шестого дня, Хладный призрак, Фобос, Мэри, Барт, Огнекрыл. Шестой и седьмой день. Lucky Price, я не знаю, каким образом его получить. Сейчас почитаем, пожалуйста. Так, убедитесь. Так, есть. Для новых победителей в счастливые приза будут добавлены в список победителей после каждого розыгрыша. Обратите внимание, если ваш жребий появился в списке после обновления, это значит, что вы выиграли еще один счастливый приз. Вот так вот. То есть, кто задонил, тот будет участвовать в розыгрыше счастливого приза. А вот есть три приза. Мастер рун, камень судьбы и кристалл боевой обезьянки, 150 штук. То есть это для тех, кто донит, дополнительная еще бонусация. В общем, вы выбираете награды, потом уже их будете получать. Ну, такое вот, такие вот награды, ну, плюхи, я не знаю, крутые, не крутые, такое себе. Ну, опять же, за донат. А мы поехали на сервачок, немножко позабирал плюхи. Не хватает места мне, что ли, на аккаунте. Так, Мэри, дуэлянт, скины. Дожили, не хватает места. Это просто ужас. Каким это образом? What the fuck? Было столько места всегда. Походу начал бегать. Ай, блин, нафига я продаю? Я же специально решил копить КБшку. После этого начали копиться плюхи. Сейчас пооткрываю сундучки. Ненужные. Короче, дофига всякого ненужного хлама. Четвертое. Где оно все берется, я даже не знаю. Ну, что я могу сказать по акции? Ну, акция донатная, опять же. То есть, ну, для бездоната есть возможность получить обычные плюхи за там 6 или 7 дней. Остальные донатные, как обычно. Вот единственное круто то, что лаки призы там такие более-менее интересные. Для тех, кто минимально донатит. Если выиграет, то, в принципе, нормальные плюхи получит. Может, нового героя получить. То есть, в этом плане, конечно, круто. Так, есть. Prime Box продали. Нафиг не надо. Это пока все не трогаю. Коплю реса. Такс. Молотки. Куча расходников, видите, места не хватает.
Не могу даже камешки забрать. Это я сегодня в островок побегал, еще пятую карту получили. Поехали, заберем накопление. Я надеюсь, места хватит. Но эти плюхи у меня вроде все есть. Смотрите, какое накопление это за, ну, грубо говоря, на русском треть пака. То есть вы получите вот эти вот плюхи. Аккумуляция 300, 750, 2000 перекуса. Опять же, я забирал ради обезьянки камней. Надо будет докачивать. Такс, поехали в дискаунт. Можно, в принципе, забирать. О, кстати, фон у меня, по-моему, какого-то фона нету на этом аккаунте. Представляете? Да, у меня, кстати, этого фона нету. Cosmic Temple. Жесть, короче. Cosmic Temple у нас нету. Интересно, интересно. Такс, поехали. Побежимся по акциям. Еще хочу в остров зайти посмотреть на шансы. Я так слегонца с утра побегал, посмотрел. Так, Flash Gifts, понятно. Апдейт. Кичи Прайс, поехали. Посмотрим, что у нас еще получится. Хватайки токены не дают. Хватайка старенькая. На русском сервере новая хватайка уже. Поинтересней. Так, 20 токенов. Такс. Ага. 20 токенов вытащили. Ну, за 20 токенов, что мне интересного? Сундуки мне нафиг не всрались, эти не всрались. 30 за пыльцу. 15, тогда у нас ни туда, ни сюда. Заберу коробки Вали. Это интересней будет. Такс, Vision Balance. Он не дает оно забирать награду. А, вот наконец-то открыло. Вот, тут удобнее. Вот так вот. Все награды. То есть видно Лаваника, Фобос, Ромбард, Блуди Мэри. То есть вы сможете выбрать. И, соответственно, за донат плюс еще такие вот бонусация. Ну, я не знаю, считаю это, конечно, круто. Но на этом, на русском сервере почему-то этой акции сегодня нету. Такс, императорская, покер-матчер, ничего такого нету. Поехали, поехали сначала, сейчас плюхи пооткрываем, потом еще забежим с вами в остров. Докачать скины надо. Немного мы прокачали, конечно, скинов. Такс. Все остальные это обычные. Вчера черепа эпично я ловил, кто не видел. Посмотрите, 250к за черепа. Это только у IGG такое есть. Так, давайте добавим. Я не знаю, давайте. Вот так вот сделаем. Ждите эпичный видосик. На камешке посмотрим, как падает сейчас новый герой. Только единственное, я себя перенесу сюда. И ждите сегодня видоса офигенного по камням. Будем ловить именно вот эти вот камни для 15 скиллов. Ну, лис падает, как видите, довольно-таки офигенно. Новый герой, как обычно, падает хреновенько только фактически с этого, с шкалы. Божество, 2 осколка. Да, камешки тоже не особо. Но в основном осколки падают. Все, у нас перелимит. Смотрим, что мы получили. Там я 2 камня забрал. Еще один здесь. 3 камешка мы всего лишь получили. Ну, по сути, реально фигня. Вот еще 2 осколка. В итоге я собрал там за 400 пыльцы 20 осколков. Ну, херня, честно скажу. Маловато. Такс, что у нас по плюхам? Честые 7. Но я их на кристаллы продаю, чтобы место не занимали. Я их открою.
Так, 29 коробок накопилось. Тоже их пооткрываю. Ну, вот эти вот камни, самая тема. Пятые камикроки. Карта. Ну, карты я хочу покопить. Опять же, куча этих сумок. В общем, такие вот, ребятушки, дела. По чуть-чуть качаем. А, идем сейчас еще докачаем. Куда спешить? Супер питомца. Так, супер питомец. Постепенно его качаю, некуда спешить. До следующей обновы еще дофига. Так, есть расходники. Будем постепенно возвращать топ. Спешить, по сути, некуда. На выходных хорошие акции накопления есть. Я жду. Собери сам, там камни дают. Мне они, в принципе, только нужны. Такс. Получили обезьянку. Побежали. Супер зверинец наш. Сейчас еще с вами угадайку сразу же добьем. Опять запущу. Так, докачали мы до 20-го. Да, камней надо реально дофига. Не 150, как я был сказал, а реально 300-400. Так, поднимаем скилл. Здесь вроде нам хватит для прокачки. 21-й уже в итоге у нас. 88. Ну, постепенно сила растет. Сколько там разница с первым местом? 4500. Докачаем это. Это фигня. Это один остров перекачает. Надо просто сесть на это время потратить. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, какие дела. Поехали. Еще надо угадайку провести утреннюю. Так, этот видос смена подарка. Вчерашний утренний видос. Комментарии. Я думаю, на английском пароле, потому что на русском там самоцветы. Не хочу сливать. Такс, вот так вот. Display Capture. Открыл. Это вчерашний утренний видос, под которым надо было писать. А вы, соответственно, уже под этим видосом пишите на завтра. Так, открыл. Здесь открыли мы комментарии. Сейчас я все просто открою их до конца. Потому что бывает реально тупит. Это уже не от меня зависит. Так, есть. Жмакаем. Чик. Циклоп, панда и наемный убийца. Вот такие вот плюхи. Поехали. Ctrl-F. Смотрим. Так, циклоп, синий слизь, синий слизень. Не угадал. Так. Ищем. Панда, синяя слизь, шаман. Рядом. Так, панда, синяя слизь, шаман. Бочка, синяя слизь, панда. Панда, синяя слизь, шаман. Очень рядом ребята были. Так, наемный убийца. Еще посмотрим. Наемный тритон. А, наемный убийца, наверное, так и. Тритон, шаман, наемный убийца, палач, синяя слизь. Ну, вроде, не знаю, вроде все правильно показывает оно. Пиздишь, нору нету хватайки. Ты тогда видео записал. Бля, это вот реально. Кладь, вот это я его слушал. Блять, угораю. Есть люди, вот, просто вот далекие. Угадайка кончилась, самоцветы течет. Не, угадайка есть. В общем,
Ребят, пишите комменты, ставьте лайки и ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.